25 километрах от Архангельска находится уникальный комплекс русского зодчества, русского деревянного зодчества. Сейчас собираюсь ехать туда. Жду автобус на автобусной остановке. Автобус должен быть под номером 104, и место называется Малые Карелы. Вот они, Малые Карелы, музей деревянного зодчества. Пойдемте посмотрим русские традиции. Что тут сохранено было? Билеты на руках. Вперед. Здравствуйте. Будьте добры. Спасибо. О, детская экскурсия. Тут различные усилительные программы для детей. Ну и потихонечку, я так понимаю, к Масленице готовятся. Такие интересные тут соломенные печи стоят, которые сжигают на Масленице. Так, 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 что тут происходит? Опа, чеканка монет. Говоря, на 500 рублях изображен Петр Первый, который в Архангельске. Слушайте, я сейчас буду настоящим кузнецом. Буду делать монетку на память. Привезу из Малых Карел. Дальше ковать не только в нашей кузнице, но и по жизни. Сама радуйся, радуй тебя, что вы любите. Спасибо. Я вас благодарю. Сдаю. Вот такая вот монетка. Вот так. Здесь не только различные постройки церквей, различных колоколен, домов, да? Примеры деревянного зодчества. Но здесь еще различные веселительные программы. Здесь соревнования на лошадях. А вот они и козули здесь тоже на территории. А ну-ка давайте посмотрим. Ага, северные пряники козули. Изображением Соловецкого монастыря. Да, город Архангельск. И попкорн с карамелью, конечно же. Посмотрите на этот дом, на окна, на оформление. Как красиво все выполнено из дерева. Вот так оно и было в прошлом. Вот так и жили русские люди. Здесь кедровая роща.
символ стойкости, долголетия у многих народов. Да, это кедровая сосна сибирская. То есть те самые орешки. И эти, между прочим, кедровые сосны запрещалось рубить. О, печка! Русская печка, но снежный вариант. Ну что, притворимся, что мы готовим что-то около печки, или мы будем лежать на печке? Печка, конечно, не такая уж прямо теплая, как предполагается, но вид открывается интересный. Вот, пожалуйста, Макаревская часовня, деревянная, 18 век, охраняется государством. Здесь глыбы льда нависают над головой. Смотрите, здесь у нас маршрут, да? Мы находимся здесь. И здесь, в общем-то, достаточно большой парк. Гулять. Расскажу, где нахожусь. Сейчас вот вошла в сектор, да, вот в этом музее сектор называется Мезенский. Здесь представлен район Архангельской области. Это самый холодный регион Архангельской области. Средняя годовая температура здесь всего лишь 8 градусов тепла. Посмотрите, какие дома. Маленькие окошки, большой дом, маленькие окошки, расписные. Почему маленькие окошки? Наверное, чтобы не терять тепло из дома. Смотрите, под козырьком расписное, да? Это лучик. Маленькая дверка, окошко. Вот здесь вот соседняя изба. Сдается мне, что мы можем зайти внутрь. Давайте посмотрим. Там дверь открыта. Мы можем посмотреть интерьер избы охотника или промысловика. Ну давайте. Я на самом деле ничему не удивлюсь, потому что у меня бабушка в подобном доме жила. Ну, может быть, не более в таком современном. Опа! Ой, ребята, запах какой. Дерево. Ну, это предбанничек такой, да, сени называли мы это место. Прихожая. А вот здесь... Здрасте. А вот здесь музейная часть. Потолочки. Ой, дверь не закрыла, да. Здесь тепло, натоплено. Закрыла, так. Рога висят, шкурка лежит. Прялка стоит. А вот и печка русская. Тепленькая. Посмотрите, виднеются уголечки. Тепло. Травки сушатся на печке. Лыжи. Пожалуйста, снегоступы. Шкурка сзади. Да. Чучело. Да, посмотрите, высота дверного проема. Нужно немножко присогнуться, чтобы выйти. Опа! Опа! Ну, идем дальше. Ребята, сейчас мы находимся в сенокосном поселении. Ну, видимо, что-то связанное с сеном, с хранением. Посмотрите, какие дома, какие окошки. Окошки вообще мельчайшие, очень маленькие. Такие домики на курьих ножках. Так, вот, пожалуйста, амбар. 1920-е годы.
А вот здесь, в удалении от деревни, пройдя немного по дороге, мы видим часовню. На карте было обозначено. Вообще, часовни обычно, да, строили в удалении от деревни. То есть это место уединения. Посмотрите на эти белые шапочки снега. Определенно я буду тренирована после этой поездки. Здесь дорожки вверх, вниз, сугробы. Ноги тренируются. О, смотрите, какие глыбы толще снега. Класс, да? В общем, это так здорово, что на самом деле сохранились такие места. Посмотреть русские традиции, русскую культуру, да, русское деревянное зодчество. Оценить, как люди жили в прошлом в разных, различных регионах России. Россия очень разная. Север России, хочу сказать, очень интересное место. Обязательно к посещению. Архангельская область вообще богата грибами, ягодами. Черника, голубика, морошка и так далее. Грибы и грузди здесь собирают. Белые грибы, ну то есть много грибов. Вот здесь веселая компания. Дальше. Конечно же, рыбалка и рыболовство. Приехать сюда обязательно порыбачить. То есть я бы хотела вернуться в это место, но уже летом, когда я смогу воплотить свои идеи. Увидеть зимний север. Да, сделано, готово, я рада. Вот, теперь надо увидеть летний.